Вот. Поэтому сегодня мы видим, что в армянском обществе, в армянской экспертной среде отдается предпочтение варианту Запада, который может быть в своей формулировке не столь привлекателен. То есть помимо фиксации нерушимости границ, там есть такой элемент, как окончательное признание Арцаха в составе Азербайджана. Это может прямым текстом не говориться, но это очевидно. И здесь мы видим, скажем так, более грустный для нас, более печальный, но более реалистичный подход, который включает в себя признание результатов 44-дневной войны. То есть, если до 2020 года мы могли, особенно у наших доброжелателей на Западе, рассматривать нотки того, что вопрос самоопределения армян, что их дальнейшая судьба не может решаться без их непосредственного участия, эта тема в сегодняшней лексике западных политиков и дипломатов, она отсутствует. То есть тогда была иная ситуация на земле, сегодня ситуация иная, с ней надо смиряться и искать способы решения проблем в данном контексте.